11 сентября на территории форштадтского сельского поселения на поляне у речки Урлятка прошел осенний легкоатлетический кросс «Форштадтская верста». В этом году он стал уже шестым по счету. Стоит отметить, что соревнования, как и в прошлом году, были посвящены всероссийскому кроссу наций. Участниками стали 252 любителя бега и ходьбы из Верхнеуральского района из 16 учебных заведений. Легкоатлеты и любители скандинавской ходьбы соревновались на дистанции 1000 метров. Со словами приветствия к участникам кросса «Форштадтская верста» обратились почетные гости. Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2004 года в Афинах Игорь Кравцов, начальник управления образования Верхнеуральского района Наталья Урцева. На открытии соревнований участников спортивного праздника приветствовал глава форштадтского поселения Анатолий Катрухин. Глава территории наградил в день 75-летия почетной грамотой и памятным подарком ветерана спорта Николая Федорова. Несмотря на ветреную погоду, кроссменами были показаны хорошие результаты. Взрослые спортсмены по итогам получали награды из рук олимпийского чемпиона Игоря Кравцова. Все участники также были награждены памятными призами. Основные организационные вопросы по проведению соревнований легли на администрацию форштадтского поселения. Победители и призеры кросса были награждены многочисленными подарками, выделенными администрацией поселения и спонсорами соревнований. От Управления физической культуры и спорта лучшие бегуны в возрастных группах получили красивые медали. Соревнования прошли на хорошем организационном уровне, благодаря квалифицированной работе судейской коллегии. Также организаторы благодарят коллектив Дома культуры «Прометей» за вкусное питание в день соревнований.